Первоуральцы могут пройти бесплатное медицинское обследование на современном оборудовании. Сделать это можно на Международном медицинском форуме здравоохранения Урала, который в эти дни проходит на площадке Екатеринбург-Экспо. Участие в нем принимает более 150 российских и зарубежных производителей медицинского оборудования и лекарственных препаратов, а также врачи из 30 уральских городов. На выставке представлены современные образцы медицинской техники – кардиографы, дефибрилляторы, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких. Также российские производители представляют оснащение для медицинских вертолетов и передвижных реанимационных пунктов. По данным организаторов, выставку уже посетили более 16 тысяч уральцев. У гостей форума есть возможность узнать все о состоянии своего сердца, легких и щитовидной железы. Консультации посетителей проводят ведущие специалисты больниц региона. Выставка будет работать до 16 апреля.